Двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству города стартовал в Актобе. Планируется, что в ежегодной акции будут участвовать сотрудники почти 600 предприятий и организаций. От грязи и мусора, накопившегося за зиму, будут очищены десятки парков и скверов, а также территории, прилегающие к госучреждениям, социальным и бизнес-объектам. На участках помимо уборки проведут работы по покраске ограждений, побелке деревьев и посадке новых зеленых насаждений. Председатели КСК призывают организовать во дворах многоэтажек субботники и чистые четверга, чтобы создать благоприятные условия для отдыха детей и пенсионеров. Отмечается, что до конца мая мусорный полигон будет принимать отходы бесплатно. Прошлогодние саженцы сейчас проверяются. Бывает, что после зимы некоторые саженцы уже высыхают, не приживаются. Перепроверяем, потом будем пересаживать в таких местах. Ну, в основном посадка будет проводиться в парках, скверах. В прошлых годах была акция, что с семьей приходили, с собой приносили саженцы, потом сажали. Некоторые граждане потом все лето ухаживали за ними, там, оставляли свои таблички о том, что вот семья такая-то вот посадила, вырастила. Мы как бы открыты к этому.